Всем привет, с вами Влад и... Я. Короче, ребята, со мной сегодня КТ Мини, или же Лика и Лара Майн, то есть Аня. Сегодня, ребята, мы будем выживать в Майнкрафте. Будем пробовать себя в этой рубрике, и если она вам понравится, напишите об этом. А выживать мы будем на версии 1.16.3, то есть мы вообще ничего не знаем об этой версии, мы вообще не шарим. Вот уже люди разбираются, чё, как... Отдай. Ну, короче, отдай. Что мы будем первое дело делать? Мы давайте добудем дерево. Ой, чё это будет навеки вечные? А, вот первое достижение, палочка. Если мы делаем какие-то ошибки, ребят, напишите в комментариях. Просто мы не знаем ничего об этой версии почти. Ну, я знаю что-то, я шарю. Если чё, я играю с Optifine, так что, ну, так, сразу покажу. Вот, Optifine тут стоит. И, ну, это мне нужно для графики и видео. У меня скина, кстати говоря, нет. Почему нет скина, я не знаю. У меня первое время, когда я зашел сюда, был скин. Он резко пропал. Я не знаю, почему он пропал, но у меня... Я поставил Optifine, думал, что он сейчас появится, но только появился плащ, видите, мой плащ зеленый, но почему-то моего скина нету, так что не удивляйтесь. Аня, ты где, кстати? Ты где? А где Аня? Не понял. Ну, начали серию, уже потерялся Аня где-то. Ты что, дурак? Понимаешь, когда ты меня бьешь, у меня типа еще и голос начинает тратиться. Мне... А, вот она. Аня там была, я ее видел. Где-то там внизу. Или мне показалось? Тебе показалось. А, это КТ? Это Лика? Это еда. Я вас перепутал. Вот она, если что, это Аня. Капец, я вас перепутал. Давайте построим первый дом. Почему палки падают? Короче, будем сейчас строить общественный дом, там, детский, может, еще. Мы построим детский дом, будем там жить. Блин, тут на самом деле у меня сейчас поле зрения такое маленькое, вообще неудобно, на самом деле. Но я, конечно, могу его увеличить, но давайте уж так играть будем. Надо же... Почувствовать себя майнкрафтером. Кстати, по поводу игроков, у нас сейчас всего 3. У нас запланирован еще один человек, который ушел. У него были дела, и, ну, сейчас мы играем. У него все еще дела. Да, у него сейчас идут дела, и, ну, как бы, мы сейчас пока не можем его сюда добавить. Пока что мы без него. Как проходит Майнкрафт? Они все убивают. Они сначала убивают нендерменов, потом они, типа, заходят в ад, каким-то образом добывают обсидиан, заходят в ад и убивают этих эйфритов, добывают стержень эйфрита, потом делают око N, а потом определяют по вот этим программам, кинули с одной точки со второй, там, короче, определяют, где находится портал, и убивать дракона. Надо добывать какие-нибудь алмазные вещи. Капец, у нас огромный дом, кстати. Ну, в общем-то, говоря, как-то так это все проходит. Не знаю, может быть, мы также будем все это проходить, а может быть, мы чисто по фану это проходим. В общем-то, напишите в комментариях, надо ли это продолжать снимать или нет. Поставьте. Надо! Мы на стриме это так жестко просили. Мы тебя уговаривали на стриме, конечно, надо. Кстати, знаете что, я вспомнил, типа, топор, он сильнее, и можно, типа, с прыжка убивать. Я просто помню вот эти всякие вот эти приемы, там, кунг-фу. Ну, вообще, я, типа, джиттер-клик, и вот я делаю вот так вот. То есть у меня вот такие движения, видите, вот эта полосочка. Надо, чтобы она до конца запомнилась, то есть надо, ну, нормал кликать. Ну и, в общем-то, будем так и играть. Вообще, на самом деле, это не сложно. Я просто пвпхался на 1.12.2. Это, на самом деле, не сложно. Так, а сейчас уже наступает ночь, кстати говоря. Первая ночь в нашей жизни. Ай, как не вовремя сломался. Ну ладно. Короче, вот эти две двери я сломаю и заделаю обычными досками. У меня тут скелет. Алло. Народ, помогите. Гаденыш. Помогите. Первым делом сделай совет тебе на будущее. Первым делом делай себе меч. Я его уже сделал. Ну, да. О, ё-моё. Короче, испугался я, да, немножечко. Пожалейте меня. Ё-мо, ты представляешь такой? Ты, короче, открываешь такой и видишь вот это. Так, давай, заходи. Нам придется сейчас сделать кровати. Это, короче, вообще сильный скелет, они вообще... В этой версии скелеты более нормальные, они... Ну, они разумные и умеют нормально двигаться, ё-моё! Я тогда сейчас крафчу тогда меч, вот кирку, точнее, кирку крафчу и иду к вам. Так, Ай, зомби! Блин, тут реально страшно теперь мне. Типа, на 1.89 они еще тупые все были, а сейчас они вообще такие ходят, умеют ходить. Научились. Мне впервые в жизни стало страшно теперь ходить ночью на улице. Потому что это реально все страшно. Это они тебя могут убить, они все, страх. А там уже наш игрок, наш этот, кто там вообще? Так, это Аня-то. Чтоб вы понимали, у меня уже 3 стака камня. Так, я, короче, иду к вам. Ну... Да уйди! Два зомбака, ё-моё! Они прыгать умеют! Помогите! Знаете, это реально непривычно, когда они умные, ещё
Давайте тогда сделаем вот так вот, ну, потому что это реально как-то все страшно. Ты не видишь ни хрена, пол экрана не видно из-за того, что у тебя еще и поле зрения маленькое. Так, каменный век. Stone Age, да. У меня просто, если что, у меня слева открыта консоль, там все на английском написано. Так, хорошо. Опа, первое железо. Я так понимаю, это надо копать каменной киркой. Да-да-да. А я могу сейчас, получается, вот прям тут сейчас верстак портативный сделать. Да. О, два железа, три железа. Если учитывать... Ой, а что я сделал? Я забыл то, что здесь на F перемещение кирки. Так можно было, оказывается, так можно было. А у меня включено, кстати, детально. Я могу, получается, скрафтить факел и ходить тупо вот так, да, вообще, по кайфу. То есть, блин, реально удобно. Тут еще я нашел железные эти... Капец, а что так много железа? Тут железа просто миллион. Короче, ребята, мы первое, что заметили, это Крипер взорвал Аню, она офигела, она написала свой любимый смайлик. Я записывал звук, и вы, скорее всего, сейчас слышали, как все зеркалилось. То есть вы, скорее всего, это заметили с самого начала ролика, то есть я с самого начала ролика записывал видео, и голос может зеркалиться. Может быть, я это как-то в монтаже вырежу вас. С кем не бывает, надеюсь, это не сильно будет как бы видно. Ну ладно, окей. А в общем-то, что сейчас происходит? У нас, как бы, еще раз повторяюсь, взорвал Крипер Аню. Она офигела. Вы бы видели, как это все выглядело, но я это, к сожалению, не записал, потому что я остановил запись. Если Влад вырежет этот момент, то хочу вас познакомить. Я Анжелика. Так, ну получается что, давайте тогда я тоже пойду добывать что-нибудь. Давайте вот тут прям рядом построю. Так, я скрафчу вещи, мне нужно, получается, что сейчас? Каменный меч. Так, давайте я тогда создам свой персональный сундук, чтобы вы ничего там не воровали. Это будет мой личный двойной сундук. Ну, вообще, для этого есть эндер сундук. Нет, это надо, знаешь, сколько крафтить его. Почему именно здесь? Потому что здесь будет еще моя кровать скоро. Пойдемте копать вниз. А, нет, еще не все. Не все, представляешь, не все еще. Так, а получается, все, погнали вниз, я пошел копать вниз. Там, короче, где-то зомбак гуляет. А ничего не по яркости, кстати, у меня ярко. Подумаешь, зомбак. Давайте я поставлю, чтобы было по-честному, чтобы было более правдоподобно. Кирка, не ломайся, пожалуйста, самый последний момент. Спасибо, кирка. Так, я добыл, короче, угли мне. Я сейчас тогда быстренько скрафчу факел. Я скрафтил факел, я его перемещу вот сюда. Я даже вот возьму вот так вот одну штучку, чтобы на всякий пожарный. Опа! Нет, я не ошибался. Смотрите, пещера какая-то. Ой, как много тут овец. Ух, а тут зомбаки. А, это не пещера, нет, это тот самый, вот тут мы были. Получается, нам нужно сейчас крафтить портал в ад и потом найти крепость, я не знаю, как она еще называется, адская крепость. Там убить этих, короче, вот этих горящих штук. Костер, ё-моё, чё придумали? Изумрудики, прикольно. Нам, короче, ну, давайте, знаете что, идите все на базу нашу. Мы, короче, вместе пойдем к той самой деревне и там будем дальше продолжать выживать. Давайте тогда я вам просто напишу координаты. А, кстати, да, давай. Так, координаты нам прислали. Погнали. Да. Так, если что, так, прощай дом, да? Я нашла дом. Так, а уже вечер начинается, блин, очень не вовремя, кстати говоря. Но я уже кровать могу скрафтить, но вы-то тоже как бы не спите. Нет. А, вот я вижу деревню, кстати говоря, да. Минус 10. Вот уж сразу к ней идти. Она-то тут на пересечении, получается. Ну, тут киска, да. Так, ладно. Я тогда что, получается, сейчас делаю? Иди в кузницу. Что это такое? Улучшить снаряжение. То есть, я понял. Типа, у меня сейчас должно быть снаряжение, которое я могу, типа, еще и улучшить. Так, ну тогда иду в кузницу. Так, я вижу твой ник. Да-да-да, вижу. Ой, да. Крипер. Ой. Какой крипер? Ой. Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, я его... Ты, короче, он... Да, агри, я его убью там сзади. Все, нормально. Уголь. Раз, два, три, четыре. Так, я 12 железа. Если что, они тут снизу варятся. Сверху будет вариться еда. Так, нормально. Это все мое, если что. Тут рядом вот этот храм, да-да-да. Давай, короче, сейчас пожарю и пойдем туда, окей? Так, я его уже замордерил. А, ты облутал уже, что ли? Да, я мордерил. А. Опа, тут две кровати. Можем поспать. Аня, у тебя есть кровать? О, Аня, здорово. Аня здесь. Неплохо уже. Минус.
О, привет. Сейчас я вам поставлю кровать, мы можем отоспаться. У меня есть кровать, если что. Так, я тогда сейчас скрафчу... Что я хотел скрафтить? Сейчас бы еще найти дома, где у меня кровать. Вот. Раз кровать. В кузницу идите все, там кровать поставим. Сейчас, подожди, я возьму еще одну кровать. Так, все, у меня есть еще одна кровать. Хорошо, все, погнали. Я пошла к вам. Так, получается, я беру тут две кирки, ты оставила. Так, у меня порох зачем-то. У меня в инвентаре всякой, кстати говоря, очень много всякой фигни. Я предлагаю люди тут поселиться. Ну, не знаю, нам вообще надо как бы выживать, но, ну, хотя да, кстати, давайте. Идея одобряется. Я вот тут всё, поставлю кровати. Окей, все нормально. Ух, нихрена себе, житель. Погоди, а вроде бы с ними можно торговаться, да, если что не путать? Да, смотри. Мы типа за 15... Можно. Да, мы можем за 15 углей продать, купить у него изумруд и за 15 изумрудов меч на старту 2. Слушай, а ты что так много, Лёв? Я у него изумруд за 15... Хотя, куплю один, чего уж. Все, у меня... Я купил один изумруд, правда, не знаю зачем, я мог бы добыть. Было бы выгоднее. Влад один голый. Чего? Нет, у меня как бы... Я как бы в броне уже, если что. Ну, не в полной, конечно. Чё ты там облутал? А, ну да, тогда да. Зря я тогда иду туда. Пойду покопаюсь там. Еще раз говорю подписчикам, если вы, ну, разбираетесь в этой версии, то напишите в комментариях, что можно еще здесь поделать и как вообще здесь чариться. Ну да, типа того, да. Как здесь вообще играть? Ну, мы просто не шарим особо сильно. Но что-то делаем, да. Что-то все-таки мы делаем тут. Так, я сейчас буду строить портал в ад. Зря я у него купил, конечно же, изумруд, потому что это фигня полная. Ты где сейчас вообще строишь там? Около храма. Около храма, хорошо, я понял. Ну, получается, я покупаю броню, ну, в смысле, крафчу ее. Ну, там штаны, там ботинки, еще и шлем. Получается, я еще могу скрафтить... Давайте кирку. Я, короче, запутался, я шлем скрафтил зачем-то. У меня лишний шлем, кому нужно? Мне не нужно, но я Аня отдала шлем, так что... Окей, ладно, как запаска будет тогда? Так, у меня тогда получается две нити, тогда ладно, я лук не буду крафтить, мне саженцы дуба не нужны, земля, ну, нет, морковь, ну я ее съем прямо сейчас тогда. Ух, нихрена себе, ты что там, Аня, ты, это что за дом, кстати говоря? Я такой дом впервые вижу. Неплохо, неплохо тут. А это типа сюда книгу ставить можно. У тебя, ты тут неплохо обустроилась. Все, я сделала портал. Угу. Все, готово, получается, да. Окей, тогда я иду сейчас к вам. Ко мне. Да. На вот это, тебе, к вам. Что такое андезит вообще, не знаю. У меня угля мало. Это плохо, но хотя, с другой стороны, у меня факела есть. Ты сейчас где-то нашла... опа, ты что здесь ничего не лутала? Тут вообще капец. Я тебя вижу. Ага, ну подойди ко мне, я не знаю просто где вообще. А, вижу, вижу. У тебя есть сейчас лава, да? Дерево надо поджечь, вот тут где-то рядом можно. А, сейчас, подожди. Надень их. Если ты хочешь, чтобы тебя в аду не били, то надень. Это же обычные... Погоди, именно вот это. Все, мне больше ничего не надо, да? Да, больше ничего не надо. Криперы, давай-ка посражаемся по-бырому. Все, спасибо. А может быть, надо другое место поставить лаву-то? Типа внизу, да, давай, знаешь где? Вот стой, не ломай вот это. Вот тут надо внизу. Я тогда вот так сделаю, смотри, вот так вот сделаю. И типа тут поставь внизу, видишь? И вот сверху поставь, короче, доску сверху. Да, тебе крипер подходит. Воу-воу-воу! Короче, зомбак. Короче, зомбак с на... Ой, точнее, скелет на... Это кадавр. На пауке. На пауке скелет. Если к тебе подойдет кадавр, то он накладывает гол. Слушай, а где фантомы вот эти? Так где что, они? Аккуратнее. Слышишь? Да, убейте эндермена, он нам... Опа, опа, Эндермен первый огонь, смотрите, первый огонь пошел. Первый огонь, но он, правда, промазал. Ну что за Почему он мажет? Вот так, вот сюда нельзя. Давай вторую лаву сделаем, бесконечный источник. Вот здесь вот почему. О, поставь, все, портал готов. Стойте, портал не заходите. Готов. Не заходите, стойте. Вы пока убивайте, я тут сделаю какой-нибудь мини-ход, чтобы не мешали нам. Я не знаю, зачем это правда делаю. Где тебе? Сзади, сзади. Так, давайте, короче, заходим, заходим, заходим. Ай-яй-яй, пошел вон. Так, заходим, короче.
Так, ну, в общем-то, мы попали в портал, мы попали в ад. Давайте, короче, на этом закончим и, ну, типа, продолжим в следующей серии. Спасибо, кто смотрел эту серию. Ставьте лайки и пишите, хотите ли вы продолжение. Пока вы пока сражаетесь, пишите, хотите ли вы продолжение. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Влад. Всем удачи, всем пока.